Всем привет, ребята! Сейчас мы будем играть на самом жестком и к тому же самом популярном неофициальном сервере в арке МТС. Мы сюда просто пришли пофаниться и провести хорошее время. У нас в планах нету там большого развития или, например, стать альфачами, но если вдруг получится хотя бы хорошенькую базу поднять с хэвиками, то уже будет хорошо. И еще одна очень классная фича именно этого кластера — крайподы добываются только с босс-файтов. Hello? Yeah, 3k! Or just Steamberries. I have a lot of Steamberries. Они что там гоняют? Да. Вообще-то Steamberry уже кончается понемножку. Ну все, мне хана. No, I have broken bones. Моего аргента, который усыпил, видимо, домашнего. Ты бы то же самое же сделал. Нет. Наверное. Hello? Стамина. Ну нахер. Настал второй день. Проснулся я в металл-базе. Я просто немного удивлен, потому что когда я выходил, у нас кроме двух аргентов, по сути, ничего и не было. Оказывается, ребята целую ночь фармили на металл-базу и подняли ее. Турели, печки справа горят, колобка приручили. Да, ребята, почему эти красавчики, да. Не прошло и 10 минут, как нас уже чекают. Давай, я же на аргенте, напикни меня. Йоник. Пошли, тебе баз покажу. Не, не хочешь? Ну давай. Чего? И сам улетает. Да, интересный персонаж, это кто? Трайбов Миндит. Только немного пофармим, как за мной сразу хвост. Ожидает. Ну-ка, это те же ребята? Нет, это уже другие. Ну-ка, а ты у нас как играешь? Да. Ну, этот хотя бы пикать умеет. А про кнут, наверное, еще не слыхал. Парашюта вообще нету. Ой, нет, 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 нет. Я не успею, наверное. Не, второго ты не заберешь. Больно. Ну давай, пикни меня. Это была ошибка, чувак. Ну а чел должен быть прям под базой.
У него огнемет, ясно. О боже, у Аргента живого места не осталось. Ну, пока меня на базе не было, ее, ну вы поняли. И потом я в соло перешел на Island, поднять себе немного уровень, да и в общем посмотреть, как там живется. Я всегда проверяю это место, в большинстве случаев тут люди строятся. Ну вот, ну верстак есть, значит ломать можно. Не вовремя хозяин вернулся. Ничего не видно. У него тоже факел. Ну тогда считай, бой на равных. Так, боссы кончились. Сколько у тебя хп, братан? Вот и добегался. Или нет? Да он босс прям как я кидает. Окей, вроде пронесло. Опа. Здрасте. Он меня увидел? Ага. И у меня, как всегда, боссов мало. Так, он в пещере. Хорошо. А кит у него хорошенький. Ну, раз мы поднялись в 4, почему бы и нет?
это на порох пойдет. Ну, лута мало, я так и думал. Он самое главное в птерах загрузил и оставил то, что оставил. Короче, решил тоже себе жабу поднять, чтобы хоть какая-то живка была, а то уже устал бегать. Йо. What's up, man? Yo, good day, man. Yo. You good today? Yeah, what's up, dude? Good enough, good enough. Okay. Я, в принципе, этого и ожидал, это же МТС. И никак попасть не может. Так, у меня боссы есть, хочу потренироваться, давай, кто кого. А, у меня еще и факел есть. Но благо у меня щит. Короче. GG, man. GG, man. Если тебе видео понравилось, пожалуйста, награди меня лайком и подпиской на канал, если ты, конечно, еще не подписан. Много всего еще интересного на этом канале будет, это уж точно. И в комментарии тоже напиши, если тебе понравился такой формат видео. Это очень важно. Спасибо и увидимся уже в следующем видео. Пока!